дан старт второму заезду мемориалы Кулешова. Бег со старта повела Зеркальная, на втором месте Фермач, далее Купер, далее Жан-Поль, далее Бехеровка. Бег ведет Зеркальная. За второе место борьба между Купером и Фермачом. Лошади подходят к отметке первой четверти. 36,6 пройдена первая четверть дистанции. Бег в борьбе ведут Зеркальная, Купер. В спине у них третий номер Фермач и Жан-Поль. Далее Бехеровка. Лошади подходят к отметке вторая четверть. Бег ведет Зеркальная. Рядом Купер. 37,6 пройдена отметка второй четверти. Бег ведет Зеркальная, на втором месте Купер, далее Фермач, потом Бехеровка и Жан-Поль. С бою Жан-Поль. Бег ведет Зеркальная, далее Купер. Тридцать шесть и шесть пройдена третья четверть дистанции. Сбоила Бехеровка. Лошади на финишной прямой. Борьба между Купером и Зеркальной. Купер-Зеркальная в борьбе. Первый.